Здравствуйте! Сегодня необычная тема будет. Значит, я задался вопросом уже давно, почему мужские трусы раньше выходят из строя, чем женские. Ну, в частности, не семейные все-таки трусы, а типа вот плавок. Такие обтягивающие. И, наконец, мне пришла такая в голову мысль, или как бы подсказка. В детстве у нас была такая дразнилка. Вот, если какой-то мастер чего-то ремонтирует, его дразнили. Монтёр, штаны протёр, другие надел и те пропердел. Вот. И вдруг мне-то, естественно, вспомнив эту дразнилку, я понял, в чем причина. Естественно, не все, как говорится, человеку, как говорится, все человеку присуще, не только человеку, но и животным. Это образование, значит, в животе газов. Вот. Естественно, каждый как может избавляется от них. Вот. И уже так, как у женщин чаще всего, часто очень вкладываются прокладки, и у них меньше идет воздействие этих газов, то есть это метан. У мужчин же этого нет. И получается, что метан в конечном итоге разрушает ткани. Я из интереса влез в интернет и посмотрел, значит, на эту тему. Действительно, вопросы поднимались, но ответ такой. Так как основная нагрузка лежит на заднюю часть одежды, ну и в частности, значит, трусов также, то они поэтому и выходят из строя. Но тогда вопрос, а на женскую заднюю часть, то есть пятую точку, нагрузки не бывает? Почему у них не происходит этого феномена, как говорится, а у мужчин происходит? Ну вот, и значит, повреждение и образование, можно сказать, не протертости, а просто дыр именно между ягодиц, а не непосредственно в районе ягодиц. Так что, кто хочет экономить трусы, поменьше пукайте. Либо для этого используйте просто банально унитаз, чтобы сохранить свои трусы. На этом до свидания. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Thank you.